Глава 5. Второзаконие. «И созвал Моисей весь Израиль и сказал им: слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их, и старайтесь исполнять их. Господь Бог наш поставил с нами завет на Хариве, не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы, лицом к лицу. Говорил Господь с вами на горе из среды огня. Я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказывать вам слово Господа, ибо вы боялись огня и не восходили на гору. Он тогда сказал: я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будут у тебя других богов пред лицом моим, не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь Бог твой без наказания того, кто употребляет имя его напрасно. Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. 6 дней работай, и дела всякие делай твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, и раба твоя, и осел твой, как и ты. И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний и свято хранить его. Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, что есть у ближнего твоего. Слова сии изрек Господь ко всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака, и бури громогласно, и более не говорил, и написал их на 2 каменных скрижалях, и дал их мне. И когда вы услышали глас из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши, и сказали: вот показал нам Господь Бог наш славу свою и величие свое, и глас его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и сей остается жив. Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас, если мы еще услышим глас Господа Бога нашего, то умрем. Ибо если какая плоть, которая слышала бы глас Бога живаго, говорящего из среды огня, как мы, и осталась жива, приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь Бог наш. Ты пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь Бог наш. Мы будем слушать и исполнять. И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мною. И сказал мне Господь: слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе. Все, что не говорили они, хорошо. О, если бы сердцем их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек.
«Пойди, скажи им, возвратитесь в шатры свои, а ты здесь останься со мною, и я изреку тебе все заповеди и постановления и законы, которым ты должен научить их, чтобы они так поступали на той земле, которую я даю им во владение. Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш, не уклоняйтесь ни направо, ни налево, ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь Бог ваш, дабы вы были живы и хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, которую получите во владение». Глава 6. Второзаконие. Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею, дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые сегодня заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Сии суть постановления и законы, которые заповедал Господь Бог сынам Израилевым в пустыне, по исшествии их из земли египетской. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе твоей. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Когда же введет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться. Тогда берегись, чтобы не обольстилось сердце твое, и не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас, ибо Господь Бог твой, который среди тебя, есть Бог-ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли. Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали его в массе. Твердо храните заповеди Господа Бога вашего и уставы его, и постановления, которые он заповедал тебе. И делай справедливое и доброе пред очами Господа Бога твоего, дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошел и овладел доброю землею, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим, и чтобы он прогнал всех врагов твоих от лица твоего, как говорил Господь. Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря: «Значит, сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь Бог ваш», то скажи сыну твоему: «Рабами были мы у фараона в Египте, но Господь Бог вывел нас из Египта рукою крепкою и мышцей высокою. И явил Господь Бог знамения и чудеса великие, и казни над Египтом, над фараоном, и над всем домом его, и над войском его пред глазами нашими. А нас вывел оттуда Господь Бог наш, чтобы ввести нас и дать нам землю, которую Господь Бог наш клялся отцам нашим дать нам. И заповедал нам Господь
исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди, законы пред лицом Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам». Глава 7, Второзаконие. «Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы хиттеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и евсеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз, не щади их, и не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя. Но поступите с ними так: жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканов богов их сожгите огнем, ибо ты народ святый у Господа Бога твоего, тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и мышцею высокою, и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов, и воздает ненавидящим его в лице их, погубляя их. Он не замедлит ненавидящему его, самому лично воздаст. Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять. Если вы будете слушать законы сии и хранить, и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного скота твоего, и от стада овец твоих на той земле, которую он клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов. Не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем. И отдалит от тебя Господь Бог твой всякую немощь и никаких лютых болезней египетских, которые ты видел и которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех ненавидящих тебя. И истребишь все народы, которые Господь Бог твой дает тебе, да не пощадит их глаз твой, и не служи богам их, ибо это сеть для тебя. Если скажешь в сердце твоем: не бойся их, вспомни то, что сделал Господь Бог твой с фараоном и всем Египтом, те великие испытания, которые видели глаза твои, великие знамения, чудеса и руку крепкую, и мышцу высокую, с какими вывел тебя Господь Бог твой, тоже сделает Господь Бог твой со всеми народами, которых ты боишься. И шершней нашлет Господь Бог твой на них, доколе не погибнут оставшиеся и скрывшиеся от лица твоего. Не страшись их, ибо Господь Бог твой среди тебя, Бог великий и страшный, и будет Господь Бог твой изгонять пред тобою народы сии мало-помалу. Не можешь ты истребить их скоро, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя полевые звери, но предаст их тебе Господь Бог твой и приведет их в великое смятение, так что они погибнут, и передаст царь их
в руки твои, и ты истребишь имя их из Поднебесной, не устоит никто против тебя, доколе не искоренишь их. Кумиры богов их сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золота, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она, отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое.